5 апреля около 9 часов вечера на улице Крестьянская в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 23-летний полицейский, водитель патрульно-постовой службы отдела МВД России по Солнечногорскому району. В момент задержания в карманах его форменной куртки были обнаружены наркотические средства. При личном досмотре задержанного обнаружено и изъято 3 свертка из полимерного материала с психотропным веществом амфетамин массой около 2 грамм, а также сверток из фольги с наркотическим средством гашиш массой 1,3 грамма. Задержанный сержант полиции устроился на работу в Солнечногорский ОМВД в ноябре 2012 года. Как сегодня выясняется, на тот момент он уже был наркоманом с 4-летним стажем. По результатам проведенной служебной проверки сам полицейский водитель отдельной роты ППСП МВД России по Солнечногорскому району уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. А ряд непосредственных руководителей понесли персональную ответственность. Командир и заместитель командира взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, руководители предупреждены о персональной ответственности за действия личного состава. Дано указание на более тщательный и жесткий подбор сотрудников, усиление воспитательной работы и наставничества. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыполнении.